Всем привет, мы в 269 стриме, мы продолжаем прохождение игры I Wanna Kill The Camellia 2. Вот уже 20 стрим и уже какой там, по-моему, 4 или 5 стрим подряд мы убиваем Destination'а. Привет, Пророк, Just Observer, I Love Sudwalf, Xenrir, привет, Hello Angel Love. И приступим к делу. Сейчас она запустится. Не знаю, сколько будет сегодня стрим идти, потому что мне еще сегодня обещан, я обещал постримить контру с Фабино, ну на его стриме, разумеется. Но я думаю, что не меньше 2 часов все равно, скорее всего. Ну я не знаю, добьем ли сегодня Destination или нет, как пойдет. Давайте с первой попытки убьем одно орудие. Ну точнее, давайте не так. Доживем до стадии с мелодичной музыкой. Ага, разбежался. Нет, стрим на КГ идет, а с КГ на Twitch. Дожил 10 раз. Ну нет, тут так, тут без разогрева не получится. Хотя, как ни странно, желтую-то я пережил. Как раз таки, да, лол. Желтую-то я пережил. А умер на синий. Ну правда, там был неприятный переход к синий. После желтой. Дайте дожить у меня до мелодичной музыки. Давайте будем ее называть, не знаю, серединная фаза. Потому что она примерно в середине по музыке. Ну и сразу погиб, ну лол. Не может быть, чтобы Twitch работал, а GoodGame нет, что за чушь. Он что, перенаправляет поток, а сам себе не оставляет его? Ну, как бы в любом случае, значит, я вряд ли что-то могу с этим сделать, если такое приключилось. На Twitch идет, значит, с моей стороны проблем нет. Логично, логично. Привет, Фрейтак. Ну, как прогресс? На этом боссе, ну... Можно сказать, что я его один раз почти прошел. Можно так относительно сказать. Я убил 2 орудия, а у 2 оставшихся орудий оставалось там где-то примерно по 30% здоровья. Это
очень мало. Причем одно из убиток было желтое, которое вот сложное. Ну, Zero, у меня как бы в любом случае. У меня в любом случае камилка, так что. Я бы сам по роли посмотрел бы с его Wings of Me, но камилка сама себя не пройдет. Да что-то я забил на таймер босса. 43 часа я начал его. Ну, на таймере игровом было 43 с чем-то. Ну, если честно, я его опять просто забыл включить. Может быть, я бы и включил бы, но забыл. Ну, Just Observer, может, интернет не позволяет, или комп. Я забыл, что надо по строте действовать. Где моя строта? Вот что-то все плохо пошло. Надо вникать уже, надо уже вникать, что я не могу сосредоточиться. Должен лучше убивать. Яблочко. Ну, там меня встретил Шип. Пока что-то разогрев плохо идет. Да ну, не умирай об это, ну как можно об этом умирать? Ну вот об этом можно, и то не умер. Хотя ситуация была хреновая.
потому что я начал слишком с правой стороны сильно. Его задел. Руки крюки то такие, да, ну надо там тяжело-то начинать. 1000 когда наберется? У меня вообще-то 18000 уже. Девятнадцать почти. Боюсь, 1000 давно набралась. По-моему, на втором или на третьем уровне мне 1000 набралось. На третьем, скорее. Нет, ты не заметил, что стрим называется «Его накидывается Камелия 2»? Причем тут Сайбер из Камелии 3? Задела? Серьезно? Я желтую убил, и она меня задела. Как? Она же давно летела вроде бы. И вверх. Мне казалось, она вверх летит немножко. Бред какой-то.
что-то я не понимал, куда уйти можно. Пошел ты отсюда в своей жизни. Привет, Михаил. Был бы смысл в этом, обсервер, был бы смысл. Что там у нас? Желтая наполовину уже снесена, да? Надо, значит. Ничего не надо. Что, перестал на клабу лезть? Пожестче сгонять. Привет, Владислава. Понятия не имею. У меня еще сегодня контру стримить особенно, поэтому. Не знаю. Привет, Песклауд. Поздравляю с прохождением первого мира. Боже. Причем даже не на изи. Какая же красная не очень-то. Причем тут хардкорпс? Первую контру без оружия пульками. В начале. А потом, если пройдем, то там уже дальше. Там, короче, можно делать скип через верх, но сделать его сложно. То есть можно через верх пройти эту штуку, через Cloud. Но это тяжело. Но у меня получалось.
включение все. На одно включение. То есть на один удар. Ну желтая что-то не пошла. Офигеть! Офигеть! Я выжил. Давай желтую быстроте, ну. Не быстроте. Ой, не быстроте. Ну очень-очень непонятно. За 600 нормально. Да, хорошо. Ну вот, в принципе, сейчас включилась бы синяя. Допустим, я еще пережил бы желтую, да? У нее осталось бы чуть-чуть. Включилась бы синяя, я бы ее снес. Включилась бы фиолетовая, я бы ее снес. Потом, допустим, включилась бы желтая, я бы ее снес очень быстро. И уже было бы 3. То есть у них осталось на одно, то есть, на одно включение. Но не пошло. Привет, Defender. Чё тебе, я смотрю, понравилось, да, этот Darkest Dungeon? Мне как бы не очень, я поэтому не захожу. Ну, мне в целом жанр не очень. Тяжело, конечно, много сидеть разговаривать на этом боссе. Нужна концентрация, поэтому я, видите, молчу много, да? Ну, тут неловкая ситуация складывается немного. Добил красную. Это очень хорошо. Теперь не вафлить. Не как пророк не вафлить, а вообще не вафлить. Ну, правда, желтый дофига, это тоже плохо. Но, блин, красная — это проблема. И красной проблемы нет. Синий нет. Трипл килл. Минус Destination! 13 часов! 13 часов! Есть! Я же говорил, последнюю фазу можно с первого раза затащить! 13 часов!
Я впервые убил 3 орудия. И впервые убил 4 орудия. То есть вообще. Да, размикрил там очень тоненько размикрил. У меня аж онемели руки. О, жесть. Руки трясутся. О боже. Destination убил. Спасибо всем, спасибо. Сейчас, подождите, мне нужно это... Я просто завтра... Я понимал, что мне нельзя умирать. Мне нельзя умирать, я просто сконцентрировался и полностью включил микрёж. То есть я понимал, что мне нужно вот чуть-чуть вот так подпрыгнуть, и тогда оно пролетит. Но, короче, я просто прочел атаку. Я просто прочел атаку. Привет там всем, кто внезапно повылезал. О боже, это жесть просто, это жесть. Так, ну что, голосовалочку сейчас пилим. Кого убиваем следующим? Голосовалочку в том же стиле. В таком же стиле голосовалочку, как и в прошлый раз, то есть такое бредоголосовалка. Бредоголосовалка. Ну, мне так прикольно. Почему у меня онемело лицо и руки? Ща. Зарату, я убил Destination босса. Я убил Destination босса за 13 часов. Во-первых, я его просто убил, это уже круто. Я уже могу хоть сейчас отправлять заявку в анабисы, короче. Ну вот, а во-вторых, этого босса некоторые люди убивают по 20-30 часов и даже 60. Я не могу совладать с собой, погодите. Где-то около 13 часов, пророк. Не помню. Это жесть полная, это полная жесть просто. Так, голосовалочка. Чё-то я, по-моему, так никогда не волновался. Даже после Сталгрина так не было. Даже после Сталгрина так не было. Я вам отвечаю, просто. Я сейчас пилю голосовалку, и перерыв минут 15. Мне надо... прийти в себя, мне надо просто прийти в себя. Нет, Кримсон должен быть самым простым. Вот, короче, голосовалка. Это один из трех боссов. Какие именно это боссы, у меня записано в блокнотике. Вы об этом узнаете после того, как проголосуете. О, вот это да. Повтор убийства. Так, сейчас я... Погодите, сейчас я умру на каком-нибудь боссе? Или как там? Чтобы это... Чисто, чтобы таймер не шел. Так... Не, все, подождите, просто.
Просто 5 минут перерыв. Так, ну, я вообще сейчас, короче, не обещаю, что я выдам что-то адекватное, ну, в плане скилла и так далее, да, потому что, ну, от такого так быстро не отойти, но все равно, конечно, ну, стрим идет всего лишь 38 минут, придется продолжать. Музыка — это Battle on... ой, как там, Clash on Big Bridge, да, ну, короче, битва с Гильгамешем из пятой финалки. Так, сейчас. Вот, короче, кто победил. А вот варианты ответов. Сейчас. Кримсон. Это Кримсон. Жесть. Ну, Кримсон — это хорошо. Как раз Кримсоном и не включен. Кримсона, может быть, мы даже убьем сейчас. А, ну раскладка не та. Поехали. Так, неважно.
А, повтор? Да не, ну потом я хайлайт сделаю. Я хайлайт сделаю обязательно. Я не хочу просто разрывать вот, потом его склеивать, чтобы на YouTube выкладывать. А, в принципе, ты можешь на Твиче уже сейчас, наверное, посмотреть. Ну, либо там минут через 20 сможешь. Соответственно, пока я бью этого босса, я даже не могу... Даже краем глаза не могу чат читать, но вы понимаете. Ну, то есть, только когда, ну, минус я. Да, P2, Destination умер. Destination умер. Ноль, тёбрк, ноль. Но я его в Getrect убивал. Я его убивал в Getrect, но здесь именно в K2 ноль. Сделал. А, жив! Я не был готов, что я выжил. Ну, то есть страту я знаю. Как бы все атаки я видел в Getrect. Ну, то есть не то, чтобы видел, даже прочувствовал. Здесь он якобы чуть-чуть сложнее, но я вот сколько смотрел... Ой, такое относительное усложнение. В общем-то, я думаю, что я сильно не почувствую разницы. Я какую-то фигню делаю. Блин. Да, Тераон, убил. Убил, спасибо. Это был бы перебор. Здесь, да, чуть-чуть больше сранее. Потом водные платформы чуть-чуть раньше начинают вылезать, пророк. На середине хп синего, а в Гетректе там где-то под конец они вылезали. Ну, то есть раньше начинают на экране оставаться все вот эти яблоки. Ну, как бы... Ну, то есть, да, это реально усложнение. Я не думаю, что он настолько критический, что я прям из-за этого не смогу осилить. Да, это стратегия, потому что когда я синего достаточно пробью, где-то примерно наполовину, то вместо платформ будут, короче, вода ехать. Водные платформы, из которых нельзя двойной прыжок делать. В итоге там очень сложно попадать в них.
принципе, то есть я как бы, если честно, в Destination как бы напрягаешься сильнее, чем тут. Тут под конец напрягаешься, как бы, когда очень много микрить надо. А тут все так пока медленно летит. Вот вафля, вот вафля. Ну вы видели, это была чисто моя ошибка. Четверо похожи на яблоки, ну так. Да, пледи. Да, они те еще пекари. Нет, не лучше, пророк. Абсолютно такая же. Так же прыгаешь, и за один выстрел, за одну прыжок ты можешь... Ну, ровно один прыжок тебе на один выстрел. Да, жестоп-сервер именно так. Зеленого можно иногда бить, но фишка зеленого в том, что его нельзя убивать, короче. Короче, вообще его нельзя убивать, пока он последним не останется. Потому что когда его убьешь, то его вот эта шапочка череп, она начнет взлетать за мной. Поверьте, в этом нет ничего смешного. То есть его можно добить до состояния, когда у него остается одно хп, но добивать полностью нельзя. Музыка немного напрягает. Так, сейчас мы зеленого должны добить до состояния 1 хп. Можно чуть-чуть пострелять в синего, но без фанатизма. И сам только что пострелял с фанатизмом, ну ладно. Главное не торопиться. Тут торопиться вообще некуда. Ну, вот это была такая, да, ситуация. Да, платформа не двигает персонажа. Абсолютно верно. Типа можно по рискованной стратегии и поначалу бить всех подряд. Ну вот, но как бы такое. High HP. Нет, не исчезает Тираван. Да
Да ладно, гудит так же, привет, Крымсалова. Да ладно, не так же. Ну меньше должен. Ну лол. Фиг знает. Вроде на прошлом стриме говорили, что меньше стало. Ну блин, я не знаю, если честно, а что делать. Ну ты говоришь, что нужно использовать какую-то программу. Какую программу? Ну я же, ну как бы хз. Не знаю. Тем более, как бы то, что ты мне скидывал файл, где ты типа обработал чем-то, я лично не заметил большой разницы. Чуть-чуть там типа тише стало, но такое. Привет, Блэк Джек. Спасибо, я убивал этого босса уже. Get ready. И нет, нельзя спойлернуть. Блин, вот это вот сейчас жестко было. Как я в это яблоко попал? На самом деле я слушал свою запись, ничего действительно прям сильно не гудит. Ну понятно, что не студийное качество, но я лично не услышал чего-то такого, чего бы прям голова бы там разболелась. Тем не менее, я готов какие-то проги там попробовать. Ну, как бы я же хочу лучше качество стрима. Но я-то как бы не понимаю, какие ты говоришь и... Ну, как бы, блин, не знаю. Пока что-то разговоры впустую уходят почему-то. Вот это маневр, вот это маневр.
ему пробить. Так. Теперь нужно зелененького пробить. Что-то я вообще не прочитал. В смысле, прислал, вот где-то не понимаешь стратегии, не понял. Что за что? Хотят тайм-аут? Кто хочет? Нет, не надо тайм-аут бэджеку, за что? Вы чё, модераторы, держите себя в руках. Пророк там шалит, что ли? А, так ты прошла всё-таки это место, да? Ну, нормально там, легкое, в принципе, место. Ну, как бы, там вот в то видео посмотри, как бы, это лучше, чем я тебе расскажу. Ты пропустил Epic Win с первого раза. То есть я впервые убил три орудия. Впервые убил три орудия. И сразу же убил четыре и до конца. Ждем спидран больше от PS Cloud, короче. На рейпе. Пека. Ну, короче, на этого босса не должно уйти больше 5-6 часов, я думаю. Вообще есть шанс, что я прям сейчас его убью, но как бы я планировал, что когда Кримсона я начну, я пораньше, типа, стрим начну и просижу подолго на нем, пока не убью. Но видите, сейчас как бы у меня сегодня запланирован еще стрим с Вино, поэтому как получится. А, не, ничего, прискал, ничего. Привет, Снап, я Destination убил. Я Destination, блин, убил. Убивал, сколько, я уже забыл. 13 часов. По
последнюю фазу с первого раза затащил. Что ж такое? Вот эти вот подлые яблочки снизу. Это капец. И да, Став, где-то ты это видел, где-то ректе. Только там он был, типа, чуть-чуть облегчен. Блин. Ну, блин, же обсервер. Во-первых, надо разогнаться. А, не забыл поесть. Надо, во-первых, разогнаться, во-вторых, он все-таки, даже если бы он был не сложнее, чем Гетрект, это не значит, что я его убиваю там без смертей, да? Даже если бы он был точно такой же, как Гетрект. Но это, с этим боссом, я уверен, мы быстро разберемся в целом. Не на этом стриме, так на следующем, ну по-любому должны. Иначе это вафля какая-то будет. Главное,
Главное зеленого не убить раньше времени. Так, еще можно нанести. Удар! Но если бы я на платформу прыгнул, меня бы яблоко убило. Ну, видите, уже норм, в принципе, попытка. Но что-то синего как-то плохо идет. Может, синего надо вначале в самом убить, я не знаю. Ну, в смысле, не убить, а... Наверное, надо синему все-таки половину снести сразу. Ну, скажем так, бить одновременно красного, желтого и синего. Нет, вот все, у них здоровье заканчивается и все, и босс убит. Я же говорю, несложный босс. Ой. Так, синего больше не бить. Бей одновременно всех. На самом деле, если бы из воды можно было бы нормально допрыгивать до них, то я наоборот бы, наверное, первого синего бы убивал бы. Потому что в воде пространство-то больше, там большие синие кубики. Не вот такие маленькие, а небольшие. В итоге пространство для маневра, в принципе, больше. Но выпрыгивать очень неудобно, поэтому... Ну давайте попробуем бить просто всех. Как получится. Но единственное, что если у зеленого останется один хп, то мы, конечно... Добивать его не станем. Просто так по времени, конечно, быстрее, если бить всех, в этом, конечно, плюс. Если ты зажимаешь Shift, то облачко тебя высоко подбрасывает. Если ты не зажмешь Shift, то тебя облачко чуть-чуть подбросит и все. Нет, как это от первых нет? Остается пророк. Ну давай, покажу, остается. Ок, бьем синего и зеленого.
Блин, ну видите, большие расстояния тяжело перепрыгивать. Ну, в воде как бы крю, то, что пространство больше, это плюс. Но то, что двойного прыжка нету, это минус. Ну, если б, ну, тогда бы это был бы слишком простой босс, наверное. Прыжок, прыжок, Z, Z. Я забыл об этом. Я забыл об этом. Просто в большинстве Айван прыжок на Shift, как бы, а больше на Z. Я забыл. Ты говоришь Shift, я не придал этому значения. Что ж такое? Помню вопрос про механику Лиан в первой Камиле, но она не такая, как в Боше, если что. Она такая же, как в Айбоне Пизыгае, ну и других Айванов. Так, у зеленого половины уже нету. Даже меньше половины осталось. Вот я вафля. Так, ну я думаю, можно этих начинать бить. Так, все, зеленого не трогать. А вот если я его случайно трону, это будет печалька. Так, налево не стрелять. Thank you.
только не убить зеленого случайно, но это будет фейл. Сейчас бы если выстрелил, был бы фейл. Так, синего, по-моему, тоже не стрелять, или уже поздно? Нет, не поздно. Так, желтый ваншотный. Нет! О, ну все, от этого, по-моему, не уйти вообще никак. Ну блин. А его на постарварцу. Блин, а это хорошая попытка была на самом деле. Сейчас красного подобил бы, потом изи синий, в общем-то, и все. Ну, Лиана, ну там, короче, смотри, к Лиане прицепляешься, да? Держишь кнопку прыжка. И жмешь, продолжаешь ее держать, жмешь влево, тогда он отпрыгивает. Ну, давайте по такой же строте. Надо зеленому, наверное, два удара оставлять, а не один нафиг. А то что-то слишком стрёмно. Ну, я сам себя заспамил. А что, я плохо объяснил, Снаб? Just Observer. С определенного момента красные и синие оставляют кучу всего на экране. Именно если их бить. Если не бить, а у них много здоровья, то нет. Так, синему больше не наливать. Это сейчас было, ну, такое. Сейчас синего лучше не задевать, а то будет печально. Конечно, не так печально, как с зеленым, но неприятность.
Да, я выстрелил, лол. Так, зеленого можно. Все, зеленого тоже не трогать. Ой-ой-ой-ой. Ну, если бы я, то есть, право пытался, потому что если бы на левую платформу стоял, я бы умер. Так паузы не помогут, они навсегда остаются на экране. Нет, у желтого тоже это все остается на экране. Почти, но все-таки я немножко контролировал себя с красным и желтым. То есть я им чуть-чуть снимаю, но больше половины оставляю до определенного момента. До определенного момента. Когда уже вижу, что у синего и у желтого, ой, у зеленого не так уж много, то начинаю уже их побольше бить. Ну, то есть, как бы баланс соблюдаю. Что сейчас было? Нет, другого не будет. Надоел, как бы, ну. Можно не смотреть стрим. Но босс будет этот. Блин, нафиг я чат пытаюсь читать? Лол. Я все читаю. Когда я умираю, я читаю чат.
Это что-то была непонятная опасная фигня. Да как это яблоко я задел? Привет, Найл. Но мне он как бы не надоел. Надоел, ничего такого, то есть мне норм играть. Мне и Destination не надоел на самом деле. Я рад, что я его убил, но он мне не надоел. То есть именно это чувство я не испытывал. Что-то я в уроду желтого и красного пошел. Наверное, надо остановиться. Удачи, Снап. Яблочко веточкой, да, убивает. Аккуратные хитбоксы, все дела. Что? Ну, блин, дошла бы до сейва, а потом уже что-то дверь бы открыл. Или типа от неожиданности фейл произошел. А, блин. Ну, печально, да. Но ничего, еще раз дойдешь. Уже тренинг спидрана, короче, пошел. По два раза один и тот же сейф проходишь. Надо было соскальзывать, что я делал.
Желтый-красный не пьем, короче. А то что-то я стал сильно фейлить. Блин, да ну. Так у меня в Гетректе именно такая страта и была. Я вначале бивал красного и желтого, а потом уже остальных. Но здесь что-то такое не работает, тут больше всего на экране. Не, ну хотя как не работает, может просто я рак. Зачем я вот сейчас просто поторопился? Ну потому что тут хочется торопиться. Босс долгий и хочется торопиться. Нельзя перепрыгивать на другую платформу тогда, когда мне этого захотелось. Нужно смотреть, а что будет, когда я на нее долечу. Ну, иногда, конечно, нет выбора, надо уходить с платформы, но... Вот сейчас, например, зря я прыгнул. Чтобы за 6, на самом деле я могу и сейчас его убить. Как пойдет. Вообще не буду тупить. Заскочил. Так, кстати, синего больше не бить. Что-то я заигрался. Ну, можно и зеленого не трогать. Давайте на желтого наряжем и на красного. Наверняка случайные выстрелы все равно будут зеленого. Вот, или в синего. Ну, блин. Ой, ну удаляй. Да ну, ты что ты делаешь? Почему он не прыгал в воде? Почему он не прыгал в воде? Я жал прыжок, он не прыгал. Он же прыгал уже когда внизу. Что за фигня? Ну да, старт, кит со стартом перемещай. Да, прошел Destination, прошел Destination. Че, вообще не понял, что ты написал про уровни.
Так, лучше синего не пить больше. Надо синего больше оставлять. Потому что... Ну, видите, я случайно его добиваю. Ну, в смысле, добиваю до воды. Это плохо. Короче, все-таки страта пить в начале красного и желтого на самом деле хорошая. Привет, Джекпон. Подожди, ты же вроде уже писал, когда я Destination убил или нет. Ну, зеленого, конечно, хорошо бы побить все-таки. Потому что потом вот зеленого плохо бить, это явно. Да ну откуда оно летело, блин? Да, я убил Destination сегодня. Взял, упал. Так, надо желтого дожимать, короче. И красного. Да ну, дожал. Откуда такой высокий прыжок взялся? Как что я так опасно-то делаю? Зато желтого и красного уже почти слили. На самом деле синего, наверное, пора перестать бить. Так, все, давайте обратно.
Так, добиваем зеленого, ну в смысле до 1 хп. Нет, я не оставляю всем на один выстрел. Да? Да? Спасибо. Что-то не рассчитал, думал, оно быстрее уйдет. Блин, промазал по красной. Да что ж такое, я не могу на платформочку запрыгнуть. Хватит умирать. Ну, поздравляю, прискал, прогресс. Ну, Абеленков, извини, как получилось.
Да ну. Приносит какое-то странное удовлетворение. Ну, я же говорю, спидранчик потом ждем. Ну, либо прохождение Камилки там. Третий. Что я сделал с синим? Я боролся? Ну а что ты, куда там? Я не мог никак перепрыгнуть. Что я опять синим сделал? Я неадекватен. Я неадекватен, я не сижу за игрой. Я абсолютно не сижу за игрой, что происходит на экране. Я просто прыгаю, стреляю, прыгаю, стреляю, врачусь от яблочек. Я задумался о чем-то своем. Извините. Личный счет. Так, надо думать, надо думать. Не руками, а головой. Я специально бью синего, вначале это можно. Еще можно синего чуть-чуть подолбить. Опять я не рассчитал. Правда, почему-то жив, но это баг.
добавить на свой канал, в смысле? Чат, ну, ссылку на скриншот кинь и все. Как я его задел? Что-то странно, вроде недалеко был от этого яблока, как обычно. Я вот сейчас думаю, сколько раз на Destination в удачной попытке, именно в удачной попытке, сколько раз я был на волосок от гибели и просто случайно размикрил. Раза два, по-моему, как минимум. То есть вообще там не по страте пошло, и какие-то ужасные были микрежи, и просто как-то спасся чудом. Ну, раза два точно. Никогда так не делаете. И так тоже. Опять я синего слишком много убил. Да ладно, мне казалось, что еще можно было один раз. Ой, сейчас чуть веточку не задел. Так, синий вся. Что-то я опять его чуть не убил. Куда? Куда? Куда было идти? Никуда, не знаю. Кека? Ну, вроде не особо сложный экран, а что это? Ну, под платформой, ну, блин, я был не готов к такому. Ну, я жизнь к такому не готовила.
Отлично. Зеленый кек. Типа других вообще не бить? Ну давай. В принципе, могу так попробовать. Ну в смысле, ну не убить, а до одного хп довести ты пишешь, да. Не пошла. Двойного прыжка не дали. Что ж, я не... Надо было это яблочко догнать. Не, мне кажется, надо отдохнуть и потом уже нормально убью босса. Сегодня у нас программа максимум просто перевыполнена. Вообще очень сильно. Не, на самом деле я сегодня как бы планировал убить Destination, но я не ожидал, что это произойдет так быстро. Я думал, там, ну, три пушки вначале снесу, может. Может, на последней фазе завахлю.
Так, синего, короче, не буду больше бить. Ну, специально, по крайней мере. Случайно, если будет попадать под раздачу, то фиг с ним. Специально не буду. Да не стреляй в синего, ну. Да лол. Ой, в зеленого нельзя. Да чё ж я не такой невнимательный. В зеленого все. И чуть не выстрелил только что в зеленого. Очень добиваю. Что-то побоялся сейчас стрелять, думал, а вдруг зеленый выскочит. Идеально, идеально. Я вначале как бы, то есть вначале я умираю часто, потому что я, ну, как бы агрессивную страту делаю, да, как бы, потому что, ну, надо побыстрее, чтобы начало прошло, поэтому не особо стараюсь, ну, то есть не стараюсь, но небережливо играю, как бы. Стараться, конечно, зеленого убивать, потому что потом его убивать, когда красные и желтые уже убиты, зеленого кучу хп тратить вообще неприятно. Не
Опять я синего побил. Да что там так много яблок-то было? Привет, Сильвер, да. Да, пропустил. Ну, если ты именно обновление выполнишь, то все должно остаться. Ну, то есть точно останется. Не, файлы останутся в любом случае, кроме того случая, когда ты именно форматируешь диск. А так, даже если ты не обновляешь, а переустанавливаешь, именно файлы останутся. А вот если ты хочешь, чтобы у тебя остались именно установленные программы, настройки все, там, ярлычки, там, ну, не знаю, там, ну, и так далее, да? Реестр там твой и так далее, то тогда это нужно именно обновление делать. Более того, после 3 сломанных пушек босс упал. Ну, в смысле, то есть не было ни разу такого, чтобы я убил 3 орудия и потом не выжил. Как только убил 3 орудия, убил и 4, и самого босса. Я опять, кстати, догнал Ренгегая. У него тоже только Destination убит. Кримсон он, по-моему, не убил. Ну, по крайней мере, когда я последний раз заходил, он его не убил. Может, он убил потом? Не Как я мог это об этом умереть? Ты первую камилку проходишь? Я так понимаю. Да, поздравляю с гейтом. Так в первой камилке есть экраны из ГГМ. Я так понимаю, что это первая камилка. Отдохнуть от Боши в камиле? Ну, мне нравится твое настроение. Я так же делаю примерно. Но она простая. То есть даже без опыта игры в Айваны, вот, мне кажется, там максимум неделю может занять, если каждый день играть. Ну, может, 2, не знаю. Ну, мне кажется, немного. Ну, то есть часов там 20, наверное.
может 25, именно если вот вообще типа не играть Пайвана. Я чё, опять воду взял? Нет? Значит, один выстрел осталось. Желтый ваншотный. Ох, сейчас было близко к воде. Куда я прыгнул, яблочко? Зачем я прыгнул в яблочко? Потом третья. Но на третий изи дроп. На третий дроп. А может быть на второй на бустраши дроп. Не знаю, хватило ли бы меня на убийство Destination, если бы у меня не было бы опыта игры Вайвана. Это я сейчас его так убил. Если бы у меня не было опыта игры Вайвана, я бы, наверное, его, ну, часов 60 бы убивал бы Destination. Может даже больше. Мне кажется, был бы изи дроп. Ну, может, не дроп, но откладывание там на месяц, там, ну, такое всякое началось бы. Витамины захотел, но чё, витамины — это хорошая штука. Ну, платформенная часть — это уже много, это уже много. А вороты, ну, развивай боковое зрение. Зачем этот Rory Girl? Это Avidance, короче, простой. Какие вишни-то, яблоки. Всем абсолютно очевидно, что это яблоки. Thank you.
У нас на стрельбе за вишни убивают к чертям. Ну, Delicious Fruit. И... дальше делай, продолжай свою мысль. Если там написано Delicious Fruit, то... В итоге я убил Destination на где-то за неделю, да? Ну, именно реального времени, ну, реального времени. Как до Бустраша, когда я дошел-то, я не помню. По-моему, блин, не помню, короче. Даже меньше, чем за неделю, да, я убил. Да, обсервер и это тоже. Только хиппи, пожалуйста, не присылай каких-то гифок, которые будут меня отвлекать. Это ладно, это не отвлекает, но каких-то там гипножаб, там, всякое такое, я буду удалять. Ну, то есть, серьезно. Такое как вообще бан, потому что на Твиче за такое могут канал забанить, если что. Так, синий. Все, живи. Короче, наверное, сейчас я еще один раз убиваю двоих, и, ну, короче, на этом заканчиваю.
Блин, ни одного. Зачем так делать, я не знаю. Не, Just Observer, если никто не пожалуется, то ну, может и не жопа. Модераторов как назло нет. Нет, вот недавно на СК2 ТВ был случай. Вы очень быстро забанили. Очень быстро забанили. В течение 5 минут, наверное. В Эденсе начинаешь походить уже. Может еще какой-нибудь Needle Game там тебе подсунуть. Инструкцию надо по лайнам, короче, скинуть там. Серьезно? Да, прошел. Я прошел его. Я впервые снес 3 пушки, потом, ну, и в этой же попытке 4 и добил босса. Да, больше, конечно, хорошо, но единственное, что там физика чуть-чуть другая. Но, как показала практика, это все равно способствует повышению скилла даже в айванах, ну, с физикой Гая.
Потому что какая-то общая, видимо, реакция и что-то еще развивается. Платформинг. Спасибо. Да блин, я никак не могу двоих убить. Ну, в смысле... Ну, я же сказал, двоих убиваю и заканчиваю. С того момента ни разу еще не убил. Я хотел прыгнуть, но не смог. Да, Just Observer там норм, кстати, прёт в целом. Сейчас уже его на Picture пройдет. Там классный будет уху-ху спайк. Еще РЗ-экраны, не забывай про скал. Там РЗ-экраны. Не считая всех остальных. И, а, и, ну, и башня Гая, естественно. Которая тоже вообще-то лоу. Там один из сейвов вообще жесть. Сейчас хорошая ситуация. Вот это плохо. Плохая. Ну да, RZ. RZ похоже на Easy. Easy. Ну, из игры iPhone RZ. Автор игры Рукито, если что. РЗ. Тот же, кто делал руки Тори. Сейчас надо бить. Так, зеленый еще.
слишком живой, да и синий. Что-то красный и желтый как-то вынеслись быстро. От зеленого. Давить, да ну. Ну, да. Никому не нравится, даже спидранером. Ну, в плане того, что они там умирают часто. И не по одному разу. Это одни из экранов, на которых время теряется. Почему я не могу два-то уничтожить? Ладно, давайте попробуем по старой страте все-таки уничтожаем. Только красного и желтого. Ну, по крайней мере, в ректе я проходил именно так. Куда ты в синего ты стреляешь? Вот. Это довольно быстро. Зеленые не мешают, синие не мешают. В принципе, я не знаю, может быть, их не добивать. Хотя все равно уже летают по всему экрану, так что, наверное, нет смысла не добивать. Ну, я два убил. Двоих убил. Не знаю.
Да, короче, ладно, все, наверное, хватит. Еще вон сегодня в контру с Фабиной играть, так что надо чуть-чуть отдохнуть, там поесть и все такое. Пойдем сейчас, короче, к Тичу зайдем. Он мне страту подсказал, так что надо хоть спасибо сказать, потому что она затащила, я на желтый стал намного стабильнее микрить. Вообще намного лучше. Ну, в общем, все отлично прошло. Я рад. Всем спасибо. Увидимся.